Перерыв не будет. Осталось 3 легких босс. Перерыв не нужен. 30 минут от сил осталось, потерпите. Ну, я перед йогом сделал, а кто-то может даже перед йогом хочет. От уголовных ключа нет никого, да? Прям сейчас делаем. Алгалон. Че, Немесе, ты собираешь печати уже? Ну, 3 собрал. Ну че, пожарник? Не. Ты его поставил, хаоти? Может... А, я один сдох, да? Я лох. Нет, не один. Четверо сдох. Не, лохов больше. Но получается, да. Тупо шаман-хейтер. Где прист? Я суманем быстрее, чтобы был. Нир ДД. До ласта. Может, спец. Даже начнет падать шмот 239. Поехали. Три не прокнул со старта. Нормально. Сейчас проверю второй раз, когда прок. Беги, малышка, беги! Оно должно сейчас прокнуть по делу. Там 45 внутренне, когда не? Ну, 15 минут провисел. А, подожди, он 10 висит, да? О, все, прокнул. Ебать, триню починили. Че, теперь нормально работает? Можно ее ролить? Охуеть. Вараж 7 секунд. Беги, малышка, вараж. Беги! Это убьет. Себе.
Что там стоишь? Чат. Сдадахи вы в череп. Медики в кружочек. И танки. Вот. Аколч. Все три части одновременно убить надо. Следим за ХП. Блять, здесь дестрики неинтересны. Четвертый фаз бит. Мультидот тебя ход. Первый обстрел будет. Через 10 секунд. Не 20. 5. 2, 1. Стрел. Малышка, беги! Блевика больше с телом. Сейчас судно сдохнет. Голову не трогайте. Стопните по голове, что не видите, там хп. Вообще не трогайте голову, стопните. Центр сличности. Мид. Низ. Низ больше. Добивайте. Слишком легко. Да чего хотели? Помойка, не босс. Все равно ты думал, умерился умереть. Я, получается. Правильно. Мусором. Мусорка умудрилась умереть. Мусорка умерла и дала больше, чем ты, гей. Как тебе такое? Поздравляю. Сори, что тут есть фаза, где Мирик не бьет, но это же ничего страшного. Подумаешь, всего лишь одна фаза. Получается, обосрался. Смотри, наклянчил. Перчатки. Д4 пал. Смешно. Толян, у тебя уже 4? То остался страшно, чем чистить или... Все, кто тут.
комбата не ждет больше, чем мультики. Свиндор в комбате. У меня Шертвинг 755. Ну, он вообще страшный человек, у него столько твинков одетых. Ужас. Он лут раздает во всех рейдах. Он в 4 рейда ходит, это уже страшно. У него, по-моему, твины все одеты лучше, чем на мейн. Ну это ж хорошо. Заслуженно. Поехали. Фанни, просто выжимай из своего шмота вообще все, что есть. Ты бы смог 4 рейда ходить, блин, постоянно лут раздавать, заебываться вот это? Не, это да. Такие люди долго не живут, я слышал. До 30. Обидно было. У меня так дед умер. Понял, Няш? Ты не знаешь, кто у тебя даже родители? Он погиб в битве за шмотосрач? О, ты чё, это великая битва. У нас таких нет и не будет. Слава богу, пока. Ну, либо я уже буду раздавать. Ну, пока, слава богу. Шматосрач это святое, но для этого и существует консул. Главное паладинам не давать, они не умеют ДПСить, блядь. Только на трэше полезны. Поэтому еб. Нет, ну подожди, они на Калагарниче под печатью повиновения дамажат. Ох, бля. Он в Тиндере, когда знакомится с бабами, он это указывает, блядь. Я жму печать по витамине на Калагарде. Да, бля, ДПС, понял? Этот скриншот. Пожалуйста, ретро-палы, наверное, да? Да-да-да, ретро-палы. Танка-палы нормальные. И холи-палы нормальные. Ну, не хочу слышать критику от мага, во время рода которого людей присутствовало меньше, чем во время зачатия. Хоть сам понял, что ты сказал, блядь? Ты обосрался опять, блядь, чел. Меня плохо слышно было? Да, у тебя хуй во рту, блядь, я ничего не понял, если честно. Это куриные крылышки. Чел, это хера. Я предпочитаю называть это так. Это хера. Мама мне в детстве говорила, что это куриное крылышко. Фанни, это святая поза. Они друг друга трахают, мы друг другу жопы скидываем. Все нормально. Бля, слава. Кстати, что у нас? А у метки выставишь? Давай. У нас много фердер. Хатьфу квадрат. Нир квадрат. Кира. Кира луну. А, перегар крестик. Няш, ради сапни хуйню эту. Война. Чё, какого воина? Давай. Ну вот перед тобой стоит. Кто банит Алема? Ромбик. Да не баньте его, зальёт сейчас. Гриппайте череп. Гриппайте череп и раздавайте эти. Чё, погон? Консул ещё хорош тем, то, что нету срача за ГП, блядь, за минус ДКП, блядь. Вот и всё. Нет, это... Ну только не мези добавится. Если люди тупые, то консул, они будут ныть, что почему ему, а не мне. Так что, ну, так тупые. Откуда лут, они всегда найдут. Ну, у нас за все время, сколько, начиная с Накса, за лут выебывалось 5 человек. Они в списке в каком-то? Блэклисты, да? Вот недавно просился один гильду, который в Наксе ливнул. Ну, в Наксе, который в Наксе кикнули. А как понять, почему он ник не поменял? Это же так очевидно, блядь. А как понять, уебался? Типа, говорил, вот на мой класс там лучше, да, там? Или... Нет, там был долбоёб, который говорил, почему ты ему отдал, а не мне? Я говорю, так, ну, типа, я сам знаю, кому отдать. Он сказал, ну, иди нах своим консультом. Я говорю, ну, понял. Понимаю. А, типа, который сразу оскорблять начинает. Да. Да, конечно, оскорблять это вообще жесть. Да, Флай? Лох. Я самый добрый человек. Фонни уже примерился. Кстати, Фонни свою письку скидывал, у него там 2,5 сантиметра. Блять.
Значит, это ровно на 2,5 больше, чем у тебя. Метки ставьте, давайте. Да. Твоя мать все равно кричала, как резаная, блядь. От смеха. Грипайте, грипайте череп. Шипы. Да. Грипайте, контроль сами раздадут. Ромбик надо. Ай, не мота. Ромбик бьем следующий. Там крестик вышел, здрасте. Квадрат? А, крестик, ну ладно, крестик. А, ладно. Эх, получается. Там уже похер, главное, треугольник не трогается. Ок. На следующую неделю перед пожарным посмотрите, как его бить. Примерно. Можете наш килл посмотреть. Да там же только тайминг, 30 секунд и все. То же самое, что десятки? Ну, тайминг-то таймингом, но посмотреть, куда мы огонь скинем в каждой фазе. Это важно знать. Как передвигаться на второй фазе. Это полбаная анимата. Ты не боишься, суманем. Давайте этого миника. А, комбат, понятно. Единственная более-менее не бесполезная шмотка, стрэш. Че, никому не надо? Маги там, не маги, не? Малф. Локи там какие-то. Можно избить. Не. Малф. Просто так. Может метка сидит отобрать, потом она будет. Смотри, присты друг друга это. Шутки, пристов какие. Только как бы прибежал, уже избили. Так прибежала она, ее босс этот, хуминик. Чем убивает? Сразу избили, пристав ненавидит, понятно. Да, Толян, конечно, это жесть такое делать. А тут бобофобы есть? Тут есть пристафобы. У нас челик королел. Ну, короче, если кто-то косячит, начинает отчитывать. Если это девочка, то еще вдвойне жестче. Типа без поблажек. Мартон Рилл, прожму. Давайте. Жестко. Давайте. Так, прям так жестко или что? Жестко, да. О-о-о. Но они ливали, плакали. Сейчас бы поплакать из-за игры. Меня сегодня Вов пустит. Прожимаешь Рилл, вот он виснет ни хрена. Все время игры Вов одну только девушку бил, которая хорошо играет на ДД, и все остальные плюс-минус, блять, только на хилах умеет играть. Я и танков видел, и хилов, я не знаю, я смотря, знаю по каким, одну, смотря по каким меркам. Знал одного, не знаю, одну девочку, прости, что надо хорошую одного, одну, блять, пришлось на ней жениться. Я писал, блять, с хером. Получается так? Значит, мы за толерантность, поэтому... Что такое толерантность? Я же не осуждаю, я одобряю. Я говорю, я тоже одобряю. Ничего не одобряю. Понятно, на паладине, блядь. Даже все больше. Толерантность к паладинам? В принципе, толерантность ко всему и паладинам, и девочек, которые мальчики, и наоборот. Я не говорю, что хуёво играют все, я просто говорю, что девчонки типа больше играют на хилах, плюс-минус хорошо. Да, почти всегда на ДПС, типа, ну, редко встретишь хорошего ДПС. Девочки хилить любят просто.
А некоторые и танчики. В жизни примерно так же. Несёшь, блядь. Ах, он бабл прожал. Честно. Ты же думал. Палатины. Сейчас на боссе будет кадабл. А мы хуяем на боссе. Да, подтверждение скилла. Чтобы дамаж на 50% больше. Давай, Габинов ДД, Агатов ДД. Может меньше? Наоборот, меньше. Не пали. Хотя куда уже меньше, чем половина. Больше, больше. Месида, дай лут, пожалуйста, красавица. Сранить собрать кто-то хочет. Рыбу поставить. Дайте каску по магам, пожалуйста. Поставь каждую себя, там сранит, блядь. Сранит. Тут две жилы сранита. А лут-то зачем? Потому что они забрать собрать его не могут. Чё, блядь? Ну вон, видишь, кольцо до кальцедонец. Ёб там сторонника. Там хуйни всякой. Не-не-не, ты в ДЦ, клондек, останься. Тупо полтора стака, ебать. Подожди, там, подожди, там еще одна. Там еще одна лжила слева. Да, блядь, заебали нахуй. Ого, ебать, фарминг, да? Стоп, подойди. Да, да зачем нам босс? Габинов, спекайся в ДД. Так, сейчас метку поставлю. Блять, релоуд надо. Я что, метку можешь поставить? Отлично. Куда метка пропала? А. Ты я чисто проверил, у меня обычно забагано тоже. Каски по магам дай, пожалуйста. И лапку друида дать. Трогай в крестик. Сову побрились, она стала бревном. РДД не бьем. А, не, не, не двигай, не двигай. Блядь. Отведи обратно, развернись. Отвечали. Все, 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 норм. Отошли. На пол один. За агро сидим. Да, загрузим Кира, Перегар, Агро. Кира 90. Копию не сбрасывают, если что, они только стопают просто. Сейчас метка будет. Значит. Ой, агат, агат, агат. Кири сами убрал. Да. Вышли. Более 85%. Ой, Фыруш. Стоим, вышли. Следующий не раскинет Салю, Сакру по Зумру. Угу. Вышли. Сейчас метка будет скоро. Порыв в мире стопнули, ой. Вышли, сейчас метка будет. Начис. Стоим. Вышли. Капли дал. Эх, а чего заруинил? Еще
еще пары в мире. Станьте метку, пожалуйста, точно. Метка сейчас будет. Молодой пульс. Вышли. Флай, дай скаплю по зумру. Кира, загруз иди. 114, 115. 88. Если Смотри. Подойдешь в мире, он уже на тебя переагрится. Сейчас будет моб. Моба сразу не бьем, даем на агрит время. Начис вышел. Вышли. Не бьем моба вообще. Секунд 7. 8. Ждем. 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 Я скажу, когда начинать бить. Сейчас выйдем, вернемся. Вышли. Все, поехали. Бэл. Бэл, бэл. Загруз, смотрите. Вышли. Зубы дайте потом. Он не зыбку прожил. Кир, ой, ночь. О, блять. Вышли. Перепутал. Вышли. Ай, когда лопа тебя ставлю. Какая-то хуйня вообще. Вышли. Тебе не выстоять. Понимаю. Дайте каплю или сколько там что-нибудь. Дал, дал, дал каплю. Вышли. Откатилась капля, могу дать в следующий раз, если понадобится. Ну, убьем уж. Серьезно, блядь? Нах, блядь. Почему не везет так вот три минуты во втором рейде? Жена в первом пацана падает, да? Не, не постоянно, конечно, но падает. Я еще за все КД сколько ни разу не видел ее. Так. Мимик заходил же в этот в комнату, да? Я забыл. Все отлично. Слушайте внимательно. Blackfly первый портал. Материя второй. Марс третий. Фони четвертый. Няшер пятый. Нир шестой. Клондайк седьмой. Мимик восьмой. Войд девятый. И Флай десятый. Напишите свои порталы. Седьмой не вижу. Кто седьмой? Клондайк седьмой. Фотку скиньте. Напомнить, куда бежать. Да-да, Валеми, оставайся.
скилла вообще нет. Я босс. Вокруг меня встали. Только какой портал заходит. Быстрей. Я Йоксарон. А двери где? Двери в стене. Седьмой ты, Клондайк. Ну давайте все, кто заходит в портал, быстрее ко мне. В какой заходит портал? Пятый, кто заходит? Яшер, встань. Перегар, в смысле, на уф? Сейчас, подожди. Так, смотрю, проверяю. Так, Клондайк седьмой. Мимик восьмой. Уитфури девятый. Флай десятый. Блэкфлай первый. Цемитери второй. Марс третий. Марс чуть-чуть ближе к цемитери. Угу. Четвертый кто был? Понял. Давай. Напротив. Ага. И пятый Няш. Все, Няш, ты знаешь, тебе такое заходить. А, в Африку спятнитесь, забыл. Первый мат дает Вайф, второй Нир, третий Флай. Нас сосредоточение. Напоминаю. Чек. Ласки выпить. Пот пьем, первая комната, третья комната. Можно ДД фласку, пожалуйста. Трейд флай. Хоть фу-фу. Заходите. Зайдите. Поехали. Приставал, дайте агать. Все, го. Няшер, пульни мили еще одного моба. Все. Ну кто, блядь? Да уже хорош. Просили же. Ну я сказал Няшер. И Няш. А, внимание. Больше лишних не надо. Это предпоследний. Сейчас, когда следующий выйдет, уже задот этим. А, он далеко. Есть. Уже не заспавните, так не больше. Аккуратненько. Ко входу с новым мобом. Ко входу, вход в другой стороне. Аст. Похильте. Отойдите от него. Большое. Задохнитесь собственной ненависти.
собственной ненависти. О, заебись. Милики, аккуратно, чуть подальше станьте. Сейчас можете триггернуть. Что там, блять, опасно, пиздец. Я говорю, можете триггернуть, а череп ушли. Выбить. Простите, это плохо. Да за, дай, Бер. Рибов дайте полок. Череп ушли. Портала 10 секунд. По местам уже вставайте. Фоне выбить. Фоне быстрее выбить. Все свичнулись, фоне выбить. Порталы заходим. Войд Фури, захильте там, захильте сам. Лучи. Агата, Эдеза, снаружи дома диспелить. Походу идем. Правильно стоим, выходите. Неплохо. Спроданитесь. Куча не стоите. Череп ушли. Портала 10 сек. Порталы пошли, удушающие выбить. Порталы по местам. Быстрей. Крестик. Кто там через мало со мной? Крестик, иди с квадрат. А череп ушли. Блять, луч идет. Нормально, я вышел. Отлично. В портале налево кто побежал. Вар и Ретрик. Боком бегайте к черепам. Выбить его. В мой портал какой-то другой зашел, кстати. Задохнитесь. Задохнитесь собственной ненависти. Выбить. Портал 8 сек. Порталы по местам. Лучи. Сейчас поты пьете на мозг. Череп ушли. Большой еще нет. Боты не забудьте выпить. Выходите. Пацаны выходят из комнаты и думают, блядь, что тут нихуя ничего не появляется, да?
постоянно пиздит. Да. Где это щупальце? Да смотри, просто щупальца своровали. Оно в текстуре, блядь. Да, кстати, в текстурах. От меня-то шли? Блядь, ну. Стоп, а в какой именно на текстуре в этот раз? Я еще удивился, думаю, блядь, где щупальца, нахуй? Порталы зашли? Слагающиеся. Быстрее переведите, чтобы без щупальца было. Очень быстро перевести надо. Учи. Три пацана переведите. Нормально. Хорошо. Ладно, что, с дебафом будет. Похуй. У нас времени 6 минут. Ко входу, ой, к боссу в голове. Сюда. Три подсопать не надо? Переводите, переводите. Один пац. Моп. Бэйл. Вернулись. Ма вайф надо будет дать. Первый. Вернулись. Ма. Вернулись. Снимай. Собираю этот. Потом следующее говорю. Флай забирай. Флай забирай. Так нет же, говори. Ну ладно. Ну, флай забирай. Я третий. Вернулись. Оп. Давай, ма. Вернулись. Вернулись. Ма. Освобождай вайф, забирай. На следующий сектор бабу вайф. Мама, быстрей. Давай, сокру. Мана следующий будет должна. Вернулись? Нет, не будет. На следующий будет. Освободи. Мир забирай. У меня не откатилось еще. Ну я понимаю, катится. Так я, может, нажму. А. Флай, флай. Я знаю. Бля, я что-то перепутал. Маленько. Аура. Давай, ластовый. Изи. Два демиурга, блядь. Два демиурга, понимаю. И древковая, блядь.
За рецепт? На дрифковое у нас кто у нас? Ханта нет, кота нет. Я бы ДКшке танку отдал. Возьми зумр. Дрифковое. Я как второе могу взять, если с меткостью проблемы будут. Ну типа если ретрику не надо, ты же не будешь ретрику брать. Ты говно. Безколок. Ну у меня писава есть, мне не надо ничего. Ну типа связокса пизжи. У меня она и есть связокс. Ну вот, отдавай ДКшке. А мне нельзя взять на ретрик? Но у него мейнспек, ему лучше будет типа это. А, ну супер. Ну типа если ему не горит, подожди, сейчас посмотрю как. На меткость хаст, это говно на ретрика. Еще и 3-5, вообще забей. Типа на ретрика говно пуха, это полное. ДК танка нормальная. А на мишку? Ну на мишку я бы другой взял. А вот это вот, которая 39-я, её тоже на мишку? Если 39-й посох на мишку лучше будет. Фрей. Ну... Все, все молодцы. Остался пожарный. Готовься с пожарным на следующей неделе. Всем спасибо, FlyGay. Всем спасибо, согласен. Так, что там по... А, сука. Царит. Толя, блядь. Спокойной ночи. Какого хуя Толя на первом месте, если у нас состоят одинаково? Да я тебе не скажу. Пусть не скажи. Схуяли. Ты триксы давал ему, тварь? Ну, попросил, ты не просил. Понимаю. Нет, я понимаю. Нет, мы одинаковый урон, одинаковый процент, а он на первом месте. Где-то там, где-то там проскакивал предание с триксами мимо. А ты как, короче, на 600 урона обогнал. А еще и ПС-ку ему давали? Вы че, суки? Я понял, нах. Не давали, говорится. Захитили просто. Зумр, так тебе надо, нет? Кстати, из там и больше. Что, пуху? 10-32? Ну. Ну я бы забрал как второго. А, 10-39? Ну если никому не нужна, давай. Да, древкова дай, ну. Тут бесполезно. На танке я качаю. Просто уже съебался. Сейчас я два раня отдам. Ну, я бы на мишку взял там стамы на 20 больше и меткость. А ему на что надо? Ну дай ему на мишку тогда, мне типа не сильно горит. А чё у тебя линканет? А, может лучше это я на Редрика возьму. Я линковал там с Фреей, там РП, а мне меткость. Да не ты, Зумр. А. Ну тебе это не лучше разве будет? 2% тоже? Да я не знаю даже. Стамины больше. Хит. Ну давай ее тогда мне, если типа друиду не сильно нужна. Давай заберу. Не, просто она лучше, чем твоя. Не, я просто с десятки бы хотел с йога. Гера. Там хорошая.